Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Помогите советом, буду признательна. Интернет-знакомые отравляют мое существование, угрожает слить мои переписки, настроить против меня всех друзей и подруг. Она ревнует меня ко всем, хочет, чтобы я общалась только с ней. Ссора происходит из-за того, что я не хочу жить под ее диктовку, не хочу плясать под ее дудку. Как ей дать отпор? Как сделать так, чтобы она отстала от меня и прекратила лезть в мою жизнь? Ну, в первую очередь, наверное, здесь ключевой момент в том, что вы пишете, что она угрожает слить вас в переписке. И, соответственно, основная проблема здесь заключается в этом. Естественно, я не знаю содержание этих переписок, не хочу их знать, это ваше личное дело. Но мне кажется, что что-то в этих переписках не соответствует тому, что вы транслируете другим людям. Вот. Это первое. Да? То есть, как бывает. У человека есть, что называется, официальная позиция и неофициальная. Вот в вашем случае получается так, что, видимо, у этой знакомой, интернет-знакомой, есть ваша неофициальная позиция, которую вы никому больше не демонстрируете. Может быть, вы ее стыдитесь, может быть, как-то вот не доверяете никому, может быть, что-то еще. Вот. Это первое. Второй момент. Не кажется ли вам странным тот факт, например, что у интернет-знакомой есть переписки, которые значат для вас больше и важнее для вас, вероятно, больше, чем общение с друзьями, например, вашими и подругами. Как так вышло, что интернет-знакомая ваша стала для вас более важным, более важной персоны, скажем так, чем люди в реальном мире, чем люди в непосредственно вашем кругу общения. Ведь как-то же так случилось, как-то же так получилось. Следующий момент заключается в том, что вы, очевидно, боитесь остаться одна. Или вы чего-то достаточно сильно стыдитесь. В этом случае, я полагаю, можно говорить о том, чтобы вы в какой-то степени поработали со стыдом. Чего вы стыдитесь, как к этому приходите, каким образом и так далее. Это все достаточно важная история, на которую вам, по моему мнению, нужно обратить внимание. Потому что, ну, совершенно очевидно, что если бы вы не стыдились, вот, если бы вы, ну, условно говоря, если бы на вас это не влияло, вот, если бы вы принимали то, что с вами реально происходит, вот, то вполне может быть, что у человека
было бы куда меньше возможностей, куда меньше, ну, скажем так, да, рычагов давления на вас. А сейчас вот так получается, что рычагов давления у нее много, ну или по крайней мере больше, чем вам хотелось бы. Вот. Это не случайно. То есть что здесь получается? Здесь получается, что вы вероятно довольно много пропускаете. То есть вы пропускаете в общении с другим человеком что-то очень важное для себя. Вот. Вопрос заключается в том, что вот. Какие у вас уязвимые места и чего вы боитесь? Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? И, соответственно, вы сможете дать ей отпор, когда перестанете бояться. Вот. Или, по крайней мере, сможете реально что-то делать с этим страхом. Вот. Например, со страхом одиночества, например. Вот. А пока вы боитесь, ничего как бы не получится. Вот. Пока вы боитесь, вы зависимы. Вот. Вот и все. Как-то очень быстро и резко человек, на мой взгляд, скромный, проник в вашу жизнь. Вам так не кажется? Вы так не считаете, что как-то человек очень быстро и резко проник в вашу жизнь? Как вы сами-то вот думаете? Как вы сами вот полагаете? Вот. Попробуйте себе ответить на эти вопросы. Просто попробуйте сами себе ответить на данные, ну, на данные вызовы. Вот. И дальше уже вам будет, вероятно, куда более понятно, что делать. Дальше вам, вероятно, уже будет более очевидно, в каком направлении можно будет двигаться сейчас. Вот я думаю, что... думаю, что именно таким образом вам можно на ваш вопрос ответить с точки зрения психологии. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.